субботу в эфир выйдет программа, посвященная репродуктивным технологиям. Одна из приоритетных задач властей всех уровней сегодня – улучшение демографической ситуации. Проблемы в этой сфере имеют массу причин. Помимо социально-экономических проблем, демографической ямы 90-х, все чаще на первый план выходят серьезные трудности, связанные с репродуктивным здоровьем населения, даже самого молодого. К сожалению, в современном мире далеко не всегда и не у всех получается испытать радость материнства и отцовства естественным путем. Согласно статистике, в нашей стране более 2,5 миллиона пар не могут иметь детей по причине бесплодия. И тут на помощь приходят достижения современной медицины, передовые методы лечения и специалисты, которые готовы решать самые сложные и деликатные проблемы. В наших выпусках новостей мы уже рассказывали об уникальной операции, которую провел тверской врач. Женщина из Тверской глубинки спустя долгие годы бесплодия обрела счастье материнства. Об уникальности проведенной операции высказалась доктор медицинских наук Елена Малышева. Известная телеведущая отметила, что аналогов такой операции не было зафиксировано в мире. Наш сюжет вызвал небывалый всплеск интереса у телезрителей. Огромное количество просмотров на сайте телеканала. Десятки звонков в день поступало в редакцию службы новостей. Зрители хотели услышать продолжение истории, более полную информацию о современных возможностях медицины и врачей в части вспомогательных репродуктивных технологий. Именно по запросу наших телезрителей было принято решение о выходе полноценной программы о репродуктивном здоровье мужчин и женщин. У нас 3 пациентки забеременели без ЭКО. Чтобы достигнуть максимальных результатов, нам пришлось проделать огромную работу. В 2021 году мы сделали операцию, в 2023 году сделали повторную операцию, но уже кесарево сечение. Родилась девочка Катя, доношенная вовремя в срок. Именно здесь зарождается новая жизнь. По сути, да. Это максимально приближено к естественным условиям. Мы разморозили эмбрион, перенесли, и с первой попытки беременность наступила. Женщине хочется иметь своего генетически здорового ребенка. Для меня это первая беременность, и, разумеется, я переживаю. Врач доступен 24/7. Я в любое время могу написать, позвонить. С мужчинами проще, они в 60 лет могут. Это немножко такая наша кулуарная информация. Премьера программы «День здоровья» на телеканале ОТР состоится в субботу, 16 марта в 18:30. На телеканале «Тверской проспект. Регион» в этот же день, 16 марта в субботу в 20:20. Возрастное ограничение программы 16+.